Алексею не повезло в этом бою. Да, тем не менее, у меня все равно больше всех очков. Да, у нас, смотри, у нас просто какие-то имбы. 12-12-12, просто у нас все стабильные, ребят. Лишние очки не зарабатывают, у нас коммунизм. Все должны быть наравне. Слушай, вот он ману, он сразу прыгает и летит. Надо попробовать так же, я захотел попробовать, забыл. А ты так не делал? Прыжок нажать. Не, я так не делал. А. Момент, ну понял какой? Он же, видишь, последний все время прилетает и решающий за ним. Ну да, но если будешь медленно лететь, ты не вылетишь из зоны. То есть я сейчас прыгну до 15 секунд и буду медленно... Ну я взорвусь. У меня тоже кто-то тут... Да. А, нет, не он. Вот, у меня кто-то есть прошаренный. А, Анфис вот как раз. Нет, стороны в сторону, не, я здесь... Здесь полоса узкая, вертикальная, горизонтальная. Че, вы своего что ли скинули? А. Че там? А. Я просто оунейч устроил. Я пропустил, я умер. Бля. Альбина. Да, да, я всех спихнул. Не, когда пытаюсь вот с этой херней медленно лететь, в итоге еще хуже только становится, поэтому... Слишком высоко летит, и пытаешься резко сбросить высоту, набирать скорость, и все. Да. Конец игры. А если там сейчас теперь паркуется так, что больше шанс, что ты своих скинешь, чем противника, то это как бы вообще не на руку никому. Все, у них уже все, у вас, точнее, все по нулям. И ману просто на пятерочку, красавчик. Ману так все рассчитывает, прям аж на последней секунде он вылетает в эту зону. Просто жесть. Чувак странный, брейнлес ваш. Я на единичке стоял, он решил меня подвинуть на 3. Острый какой добренький. А, понятно, на пятерочку. О, наш Анфис скинул вашего. О, что? Пинк Пейнтер, смотри, слава на четверке. Почти на пятерке. Как это сейчас сбоку, наверное, тебя зафигачит? Ну да, наверное. Жадность фраера сгубила. Да.